Провода. Давай, может, проедем? Это голый! Голый! Путин голый! Мы вас приветствуем на марше миллионов! Наши основные лозунги! Капитализм в России – это смерть России! Свободный труд свободному народу! Присоединяйтесь к Красной колонне! Мы против Путина! Мы против либералов! Мы против всех буржуев, под какие бы флаги они не прятались! Главный вопрос не в том, кто у нас будет называться президентом. Главный вопрос у нас в том, что будет с нашей страной, что будет с нашими заводами, с нашим образованием, с рабочими местами, со здравоохранением, что будет с нашими социальными правами. Удачи! Спасибо! И не слушайте их все! Мы и не слушаем. И мы все время говорили о том, куда идет наше протестное движение. И люди говорили, что вы там в Москве делаете? Надо выдвигать социальные лозунги. Надо говорить о реальных проблемах, которые волнуют большинство. И мы выдвинули эти самые лозунги. И мы включили их в резолюцию сегодняшнего митинга. Начинаем движение! Пошли! Держи оцепление! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Россия без Путина! Граждане, полицейские, давайте, пожалуйста. Андрюха, держись! Я тебя спокойно веду. Удалите, пожалуйста. Я не уйду. Отдадите сюда. Давай, давай. Удалитесь, мероприятие. Они что-то избивают. Удалитесь, мероприятие. Власть миллионов, а не миллионеров! Власть миллионов!